И даже предположений у меня особых нет, но думаю, в районе 82. Ну, угад сказал, раньше весил 93. Да и не такой я худой, на самом деле, вы чё? Может показаться по какой-нибудь фотке рандомной, но на самом деле я примерно такой же, как и был, я не понимаю. Может, меня просто раньше считали жирным, потому что так все позиционировалось, я просто написал, что теперь я худой, и теперь все пишут, что я худой. Это другой поезд, я надеюсь. Блин, у меня хп осталось вообще на одну тычку. Сейчас умереть будет просто провалом. Сейчас аптечку надо бы найти, конечно. Ох, слава богу, она не добежала до меня. Exit left of... left of the missile. Бля, как спуститься-то? Без аптечки. Оп, пиздец-то какой. Там же током бьет, я не понимаю, как это доджить. Оу. Но я Ирак. Какая мне дота? А, вон, там эти. Нет! 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 Дайте континью, плиз, парни. Заново это говнище. О, боже. Я, наверное, первый человек, который умер в этой игре, просто потому что мне было скучно, и я тупил. Вообще с чатом. Пацаны, все, извините, я отвлекаюсь от чата. Потому что все это говно теперь заново надо проходить. Ну как так-то? Как тебе съемки видеоквеста? Да нормально. Блин, это такая легкая и тупая игра. Я просто умер, потому что я думал, что умереть мне невозможно. И хуйней страдал, и с чатом общался. Боже мой. Причем это нифига не займет меньше времени, чем заняло в первый раз. Я по-прежнему не помню, куда я здесь бегал в этом говне. Пиздец. Ну откуда же я знал, что там этот чувак будет за дверью? А, это уже выход из уровня, по-моему, да? Или нет? Тут вообще нифига нет. Ты пил сегодня? Нет, я не пил и не пью перед стримами. После случая с Ведьмаком никогда не позволяю себе пить перед стримами. Я считаю, что, ну, типа, это все в какой-то степени работа, и надо делать ее трезвым, потому что, ну, пьяным... пьяным ты просто тупить способен очень сильно. Я как бы способен в любом состоянии тупить, но пьяным какой-нибудь херни наговорить там. Так-то мне не запрещали пить, если что. Просто на диете был небольшой. Нафиг я вообще сюда шел? Тут есть что-то? Нет. Или я не вижу опять в упор? Какая, блядь, игра интересная, конечно, попалась. Мэтт, когда Next стрим? Ну, понимаешь, этот еще не закончился. Я бы с радостью Next завел, но вот, к сожалению, пока этот идет. Так-то я уже сказал, то, что я уеду до конца недели, потом вернусь. Что с Ведьмаком был? Да я напился там, херней страдал какой-то.
Мне не очень понравилась игра, всем она понравилась. Я нажрался, слушал аудиокнигу и говорил, что всем, кому она нравится, у всех, короче, это медвежье сало вместо мозга. А я стыжусь своего поступка. Здоровье, спасибо. Мэтт, что ты думаешь по серии МГС там было или что? Я не успел прочесть, извини. Илья, ты передумал проходить серии игр GTA? Да, ну не знаю. Не то, что передумал, но это долго и не особо интересно. Я думал, типа, вообще в песочнице поиграть, но потом как-то забил на эту идею. Какое любимое порно? Ну, я так-то не хочу об этом распространяться. Я не люблю говорить о своей личной жизни. Честно говоря, в последнее время, ты знаешь, вот мне типа 27 и где-то вот лет в 25 я не то чтобы охладел к порно, но я уже не так от него зависим, как раньше. То есть, если раньше я каждый день смотрел порно, то сейчас я могу обойтись без порно, скажем, неделю. Так что даже порно, которое я смотрю, оно как-то такое, ну, ностальгическое, что ли. То есть, знаешь, ролики, которые мне когда-то нравились. Ну, я не знаю. Это как со старыми друзьями посидеть. Собачье сало, не медвежье, собачье. Ну, не принципиально, на самом деле. По шпалам еще будет? Не знаю, парни. Мне кажется, идея по шпалам изжила себя. Нечего обсуждать, чувак, понимаешь? У нас в стране, типа, такая полусеверная Корея, поэтому обсуждать как-то не хочется ничего, потому что, ну, как противно, на самом деле. А в интернете ничего интересного не происходит, как по мне. Ну, Хованский постоянно пишет, давай по шпалам запишем про Немагию, про Ларина, про Симонова. А мне неинтересно, я не слышу за этим. Полицейских будней не будет, ребят. Совместно с Каманом, ну, может быть, что-нибудь с ним. Когда стримка по GTA 5 или Fallout New Vegas? Ну, я прошел уже на стриме Fallout New Vegas и GTA 5. Ты можешь найти на Ютьюбе, чувак, на MadGo Stream. Ну, GTA 5 мы прошли, правда, не сингл, но я не очень хочу сингл проходить. Я его прошел еще на плойке, мне второй раз его проходить не очень интересно. Я пытался наврать и сделать вид, что я прохожу первый раз, когда только запустил GTA ради хайпа, но будем откровенны, второй раз игру проходить не очень интересно. Зная, что будет. Хочу ли я BMW из Most Wanted? А я не играл в Most Wanted. Я вообще в последнюю игру с серии Need for Speed, которую я играл, это чуть ли не Porsche был. Я не люблю гонки аркадные. Извини, если я тебя расстроил. Посоветуй что-нибудь почитать, Буковский. Ну, не знаю, братан. Я больше не читаю такую литературу. Я вообще больше не читаю, но это литература для совсем таких, не знаю, студентов первых курсов. Поэтому они не так много написали, так что можешь все прочесть при желании за один день даже, наверное. Как я заебался. Зулиным? Я не... Почему отменён сабчат? Ну, чтобы с тобой пообщаться, с нонсабом. Блин, я запутался. Я запутался. Тут вообще, по-моему, без схемы уровня в пейнте, я не знаю. Вздихнешься бегать. Окончательно забил на YouTube. Ну, понимаешь, в чем дело? YouTube, ну, во-первых, я как уже сказал, у меня вдохновения особо нет. Я понимаю, что это звучит, как будто я не хочу ничего делать или еще что-то. И каждый раз находится какой-то чувак, который, нет, ты, тебе еще есть что сделать, там можешь что-нибудь придумать, все такое. Ну, во-первых, я не хочу, во-вторых, YouTube не приносит денег вообще никаких, а я безработный, если что. Я в свое время променял интернет-карьеру на нормальную карьеру, и у меня нет работы. Так что такой вот отстой получился. Я не хочу
сойти с ума, как Юзи, поэтому занимаюсь тем, чем мне нравится. Ну, по сути, тем же, чем и Юзи занимается, но... Я хотя бы, ну, так на жизнь зарабатываю, знаешь, там, меня за год закинули на 1008 долларов. Типа, 500 баксов в месяц, плюс там с платной подпиской какие-то копейки. И спасибо всем, кто помогает мне, как бы, потому что... Ну, я не знаю, я успею накопить какие-то сбережения до... Ну, не знаю, до скольки вообще можно стримить. Типа, наверное, лет до... Ну, ну, допустим, до 29, то есть у меня, допустим, там пара лет осталось, да? Может, так и... Не, братан, я ничего не смотрю на трубе, к сожалению. Я не знаю ни видеоблогеров хороших, ни плохих, прости. Да, так вот. Меня еще и на очень горьким опытом, то, что похвалишь человека, он потом в говно превратится и звездится, и тебя с говном смешает. У меня такое много раз было в жизни. Короче, почему я говорил? Ну, допустим, вот 2 года у меня есть. Если эти 2 года там меня будут смотреть хотя бы 5000 человек на стримах, каждый хотя бы там... Ну, не знаю, каждый 5-й подпишется, я смогу накопить, ну, прожить как-то, да, ну, допустим, 35, а дальше, ну, придумаем что-нибудь, какую-нибудь пиццерию устроить, доставку развозить. Можешь отметить хотя бы одного неплохого... Страх и ненависть в Лас-Мегасе, не понял, о чем фильм. Фильм, ну, он типа про американскую мечту, короче. Но я согласен, что его трудно понять, если ты, ну, типа, не интоамериканские реалии, скажем так, и плохо знаешь американскую историю, если такое. Ну, такой он специфический фильм. Потому что у него все переводы плохие достаточно, которые есть у нас в России. Но, признаюсь честно, мне и книга Томпсона, и фильм не нравится. Если книга Томпсона хотя бы еще несет в себе какой-то интерес, то, ну, фильм совсем не интересный. Так, поржать с 1-2 сцен, там, ну, вот, есть 2 лузовые, 3 сцены смешные. В книге смешных моментов 4, а смысла там, на мой взгляд, искать не нужно, как по мне. Я не помню, по-моему, мне даже и не надо туда ползти, если честно. Там последняя... Так, я нашел первую боеголовку-то? Или нет? Блять. Да. Я играю в то, что хочу пройти, поменять. Ну да, это правда. То, что выпало. Но... Мне очень лень менять что-то. Пусть будет так. Я думаю, люди и так понимают уже, что происходит. Нравятся ли тебе игры от студии Ice Peak, Морская Утопия? Ну, я как-то запускал Морскую Утопию, но, к сожалению, я не Зулин, поэтому я выключил ее. Соответственно, в Тургор я даже не играл. Илья, будут ли еще покерные стримы? Ну, типа, понимаешь, если играть в покер, то надо зарабатывать им, что ли. Ну, я не знаю, как это объяснить, но вот смысл мне просто в покер играть. А если я захочу поднять денег с покера, то я ни в коем случае не буду включать стрим. А, блять, я эту дурацкую херню не разрядил. О, боги. Или стоп. Блять, я одну из ракет не нашел. Где она там? Я же понял, что я, по-моему, не нашел первую ракету. О, какая муторная игра. Илюх, назови парочку любимых фильмов и книг. Да чё-то не хочется, сори. Почему YouTube приносит мало денег? Ну, потому что... Там, типа, ну, рынок... Я не знаю, как это объяснить. Рынок... перенасыщен видеоблогерами и... Поэтому выплаты с партнерки очень маленькие. Когда-нибудь с Твичом произойдет то же самое. Ну, я тебе так скажу. Надо мной смеялись, когда я перешел на Твич. Посмотри, что сейчас происходит. Все хованские, там...
все, короче, на Твиче просто...